Донской монастырь, отпевание патриарха. Народа было великое множество. Был вечер перед сумерками. Народ стоял с зажженными свечами. Плач, заупокойное пение. Когда выходили из ограды монастыря, были сумерки. Около ограды стояли ряды нищих. В стороне сидел слепой, и с ним мальчишка лет 13. Он держал чашку, куда ему клали семишники и пятаки. Они пели какой-то старинный стих. Помню слова: «Сердца на копья поднимем». В течение 5 суток не прекращался людской поток. Православная Россия прощалась с патриархом Тихоном. Не боясь преследований, люди присягнули на верность гонимой церкви. Вот одного спросили священника, а что он думает о патриархе Тихоне. Вот. Он говорит: знаете, я реально ощутил его святость. Святой человек. Во главе русской церкви в эпоху самых жестоких гонений оказался святой человек. В толпе передавали последние слова святейшего: «Ночь будет долгая, ночь будет темная». Молодой художник Павел Корин был на похоронах вместе со своим другом и наставником Михаилом Нестеровым. Сам художник вспоминал, что замысел будущей картины возник как-то вдруг из музыки, из панихиды, скорбных лиц, схимницы, священники, иеромонахи. Люди большой веры, великое прощание, реквием. И Корин, ошеломленный видом и многочисленностью этой толпы, восклицает: откуда? Русь 17 и 15 столетий, Русь зари православия, киевских времен, Русь коллег перехожих, монахов, схимников появилась вдруг перед глазами. И сам себе задавай вопрос, надолго ли это видение, отвечает: нет. Он вполне сознает, что эта Русь обречена. Возникает мысль не дать уйти, не запечатлев столь величаво трагический исход. Удары колокола. Мрачно, безнадежно. Как все это воплотить на холсте? Дерзость, грандиозность замысла не пугали молодого живописца из семьи палехских иконописцев. С детства вошли в мою душу огненная гроздья рябин, песнь крестьян и птиц. Павел Корин родился в селе Палех в семье потомственных иконописцев. И прадед, и дед, и отец Корина писали иконы. Он всегда говорил: я художник по рождению. Ну, бывает, люди по призванию становились художниками. А в Палехе каждый мальчик, когда ему исполнялось 10 лет, он уже знал, чем он будет заниматься, какова его дальнейшая судьба. Гостиная, самая важная, главная комната в этом доме,
обязательные портреты родственников, отца, мамы, бабушки, дедушки. Обязательно красный угол с лучшими иконами. Иконы принадлежат отцу Павла Дмитрия Николаевича Корина. Он является автором. И вот одна из икон – Сергий Радонежский. Не мыслил себе другой жизни Павел Дмитриевич Корин. Поэтому, когда ему действительно исполнилось 10 лет, он стал учеником иконописной школы, которая была открыта в Палихе Комитетом попечительства о русской иконописи. Здесь сделали небольшой уголок иконописца. Икона ставилась на мольберт, непременно были ящики, где хранили краски. Краски сами растирали, палещане работали яичной темперой, использовали золото в росписи. Конечно, электричества не было, работали при керосиновых лампах. Для того, чтобы освещалось рабочее место лучше, использовали стеклянный глобус, заполняли водой, добавляли медного купороса, и лучи от лампы, проходя сквозь стеклянный шар, преломлялись, увеличивая свою яркость. Павел очень хотел учиться, поэтому у него была одна цель – поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Но нужно было заработать денег, потому что родители не могли учить Павла. И его первой самостоятельной работой это была работа в иконописной палате Донского монастыря. И ему вновь повезло. Судьба его свела с замечательными, очень хорошими людьми, которые старались помочь. Нестеров становится опорой, жизненной опорой и творческим ориентиром для Павла Дмитриевича Корина. В Москве он жил очень скудно. Тратил в день 21 копейку на еду. Одна французская булка утром и такая же вечером. Чтобы заработать деньги на обучение в училище живописи, Павел Корин сидел до 3 ночи, рисуя заказные миниатюры, расписывая обложки книг. Он очень нуждался. Но училище окончил успешно в 1916 году. В том же году Елизавета Федоровна, начальница Марфо-Мариинской обители, заказала Корину роспись в подземном храме под собором. Я воспитывалась в школе при Марфо-Мариинской обители. Мне очень хотелось рисовать. Вскоре учительница объявила мне, что художник, помощник Нестерова, будет учить меня иконописи. Мне было почти 16 лет, ему 24. Через 3 года, в 1919 году, он сделал мне предложение. Звал меня стать помощницей в жизни. Звал на подвиг вместе с ним. Он говорил, что хочет посвятить свою жизнь высокому искусству. Что хочет быть таким художником, как подвижник Александр Иванов. Только через 7 лет... мы поженились. В начале 30-х годов я жил на Арбате, дом 23, где у меня на чердаке этого дома была мастерская. Небольшая, но очень уютная, с хорошим светом. Мастерская разделялась на 2 части. В одной части жили мы с женой, в другой половине жил брат. Молодой художник фанатически учился, много писал, что-то для заработка. Соколов-Скаля, увидев однажды работы Корина, сказал: «Корин, вы рисуете как Микеланджело, а занимаетесь вывесками. Вывески для хлеба насущного». Но внутренне, духовно, Корин был готов к чему-то большему. Слушая в колонном зале реквием Берлиоза, Корин сделал пометку в записной книжке. «Какое величие! Вот так бы написать картину. День гнева, день суда, который превратит мир в пепел. И солнце стало мрачное, как лосеница, и луна сделалась, как кровь, и небо скрылось, свившись, как свиток. Пришел день великого гнева его». Кто-то его спросил как-то, патриарха Тихона, а что до вас доносится из разных частей России? Вот он там немножко подумал, сказал слово «вопли». Вопли. Отовсюду вопли. Каждый день к патриарху стекали сведения о том, что там ограбили церковь, там закрыли монастырь, причем закрывали там, ну, даже такие знаменитые духовные центры, как Оптина пустынь. Дальше началась
кампания по вскрытию мощей. А это же святыни. Святыни, которым поклонялась вообще вся страна. Признать, что ты ведешь контрреволюционную деятельность, что ты хочешь как бы изменить существующий строй и сбросить существующую власть. Заставляли всеми способами признать и самого патриарха, и там других членов церкви, простых монахов, мирян, вот, что они занимаются контрреволюционной деятельностью. Вот гонения на церковь, они вот по такой схеме были организованы. Бесконечная, совершенно непроходимая ложь. Последний парад тысячелетней православной Руси. В этом величие и трагизм будущей картины. Задуманное он назвал «Реквием». Корин занялся поисками своих героев. Людей внешне, а главное внутренне, похожих на тех, кого он видел на похоронах патриарха Тихона. Он бродил по монастырям, храмам и встречал яркие типы, характеры, но позировать молодому художнику почти все отказывались, особенно священники и монахи. Как всегда, в подобных ситуациях за советом, помощь Корин притекает к своему другу и наставнику Михаилу Васильевичу Нестерову. Если Михаил Васильевич готов помочь, пусть рекомендует его, мало тогда кому известного скромного московского художника Павла Корина, одному из известнейших, в те дни еще живших в Москве, бывшему митрополиту Трифону. Владыка Трифон Туркестанов был легендарной личностью. В молодости, получив блестящее образование, он после встречи с преподобным Амвросием Оптинским избрал монашеский путь. Нес послушание в пересыльной тюрьме и в окопах Первой мировой войны, с которой вернулся с Георгиевским крестом, золотым палашом с надписью «За храбрость». Сподвижник патриарха Тихона, он вдохновлял свою паству на твердое стояние в вере. Митрополит согласится позировать не более 4 сеансов, не более как по 2 часа. Что такое писать человеческий образ, холст, масло за 4 сеанса? Гениальный портретист России Валентин Александрович Серов. Так всеми нами любимая девочка с персиками. Ведомо ли вам, что это 70 сеансов? 70! Мария Николаевна Ермолова будет позировать для своего феноменального портрета на около 300 сеансов. И случится так, что за отпущенные ему эти немногочисленные сеансы мастер успеет запечатлеть только лицо, вернее, лик. А все остальное – это прекрасно найденное для психологической характеристики Трифона факела. Это пасхальное облачение, алое, огненное. Он будет писать со всей тщательностью, но уже с манекеном. Так начался для Корина период напряженной, вдохновенной работы, длившейся годы. С негласного благословения владыки Трифона священники, иеромонахи, схимницы после переговоров сами приходили в мастерскую Корина. Первый этюд к задуманной картине был написан Кориным в 1925 году. Портрет старика Геврасия Ивановича. Он воевал еще в Севастополе и на Балканах. Человек из народа, непоколебимый в своей вере. Боготворя Александра Иванова и его картину «Явление Христа народу», Корин принял у него и основной метод работы – этюды, этюды, этюды. Он в полной мере понимал серьезность и величие будущей работы. «Слышите ли вы меня, великие? Кричу вам, зову вас. Помогите, помогите, помогите!» Не случайно чердак Корина был заставлен гипсами с античных скульптур. Однажды, идя мимо Фхутемаса, он увидел их сваленными в кучу на дворе. Наняв извозчика,
Корин с братом подобрали, что поцелее, и увезли к себе на чердак. Недаром Михаил Нестеров писал о братьях Кориных. Эта порода людей сейчас вымирает и, быть может, обречена на полное уничтожение. И однако они существуют, и я не устану ими любоваться. Павел Корин действительно был человеком того же духовного склада, что и те люди, которых писал сам молодой художник. Отца и сына, Сергея Михайловича и Степана Чураковых, Корин встретил на Дорогомиловском мосту. Богатырской стати люди, скульпторы-самоучки, плотники из патриархальной русской семьи, в которой незыблемы нравственные устои и православная вера. Писал Корин и священника из своего родного села Палих, отца Алексия. Сельский батюшка, переживший смерть сына, осквернение своего храма, измену паствы. В ту пору на папертях храмов ютились юродивые, страдники, разнообразные Христово братья. Корин пытливо вглядывался в их лица, искал образы, нужные для картины. На паперти Дорогомиловского собора он увидел нищего, грязного, с парализованными ногами. Нечесанные волосы кишели вшами. Корин на себе затащил его в мастерскую и писал три дня. Горький позже отметит, что у нищего разбойничьи глаза. Такие бывали в иные минуты у Льва Толстого. Слепой. Вид у него был неказистый, голова большая и трясется из стороны в сторону. Рот гнилой, словно пожар был во рту. Тихо в комнате. Иногда лишь слышна реплика слепого: «А Вавилон-то шумит». Позже об этом персонаже напишет один из советских писателей-искусствоведов. В нем символически выражен тот нравственный тупик, в котором оказалась церковь. Бездорожье, безысходность. Павел Корин – человек глубоко верующий. Он хотел показать образ потерянности простых русских людей, у которых отнимали православие, их вековую веру. Мученичество, несение креста Христовой веры, участь тысяч простых людей и русского духовенства. Схимница из Ивановского монастыря. Придя позировать по послушанию, она сразу же предалась молитве. Когда свеча догорела, Прасковья Тихоновна хотела взять у монахини крест, но, вскрикнув, выронила его. От пламени свечи он нестерпимо накалился. На вопрос, как же она его держала, схимница просто ответила: «Так ведь я молилась». Среди его прототипов и среди персонажей его реквиема и нищие, и слепые, и бывшие дворяне, и бывшие князья, аристократы, и совсем простые люди, и первые, так сказать, первые иерархи церковные, которые действительно тогда принимали активное участие в создании церковной истории 20 века. Это, конечно, очень такой интересный портрет, потому что Пимен, который как бы возглавил церковь, человек, в общем, большой стойкости, он воевал, но, тем не менее, очень трудной судьбы, был сослан, строил канал имени Москвы, вот на этом канале он работал, вот, и с очень сложной еще судьбой такой. Это 35-го года портрет. Пимену здесь должно быть 25 лет, то есть он молодой человек, но он выглядит здесь уже зрелым пастырем. Этюд за этюдом заполняли чердачную мастерскую Корина. На обычные этюды они не были похожи ни размерами, ни живописными достоинствами, ни психологической глубиной. Как художник Павел Корин тогда был неизвестен, в творческих группировках, объединениях не состоял, на выставках не выставлялся. Между тем по Москве поползли слухи, что некий молодой художник где-то на Арбате, на чердаке, пишет слепых, безногих, нищих, священнослужителей. И это в то время, когда в искусстве царит тема строительства социалистического государства, мировой революции. Уже и наркомы Луначарский и Семашко наведались на арбатский чердак. Позже Корин будет вспоминать. 3 сентября 1931 года в 10 часов утра звонок. Я бегу через чердак,
открывать дверь. Вижу человек, который говорит: «К вам поднимается Горький». Встретил его на площадке третьего этажа, где он стоял со своими спутниками и тяжело дышал. Усевшись, немного поговорили. Алексей Максимович боском на «о» говорит: «Ну, показывайте». Волнуясь, начал я показывать свою работу. Слышу его одобрительные: «Здорово, черт возьми! Отлично! Вы большой художник! Вам есть что сказать!» Потом говорит: «Послушайте, вам надо ехать в Италию, посмотреть великих мастеров». В этом же 31-м году Максим Горький устроил поездку братьев Кориных в Европу для знакомства с подлинниками шедевров мирового искусства. «Хожу я здесь и все вспоминаю Иванова, как он учился у Рафаэля и как сам стал таким же великим и гениальным художником. Утром поехали в Ватикан. До половины второго я работал, потом пошел в комнаты Рафаэля. Как я на них гляжу, как я в них впиваюсь. Какие они великие мастера. У них великий пафос искусства». Еще в Италии Горький говорил Корину, что ему нельзя жить и работать на чердаке. По возвращении в Москву в 1933 году началась постройка мастерской по инициативе Горького. Поблизости от Новодевичьего монастыря на Малой Пироговской улице было найдено здание бывшей прачечной. Весной новую мастерскую посетил Максим Горький. «Вы накануне написания замечательной картины. Напишите ее, слышите? Обязательно напишите. Вот большая мастерская. Пишите и ни о чем не заботьтесь». Он предложил новое название картин, создал все условия для осуществления грандиозного замысла, содействовал устройству Павла Дмитриевича в реставрационные мастерские Пушкинского музея, чтобы тот имел постоянный заработок, охранял Корина от нападок и гонений. «Горькому сколько раз говорили: вот вы Корина поддерживаете, а он в церковь ходит». А Горький всегда отвечал: «Оставьте его в покое, он лучше вас знает, что ему делать». В Ленинграде был заказан гигантский холст для будущей картины – 40 квадратных метров. Это больше, чем Ивановское «Явление Христа народу». Работа над этюдами продолжалась. Практически это были огромные в человеческий рост и выше картины, воссоздающие мир гонимых, мир трагический, как трагична была сама эпоха. Враг, который в первую очередь подлежит уничтожению, это, конечно, церковь. И это, конечно, вера Христова. Вот это самый главный враг. Ленин прислал членам Политбюро знаменитое письмо, в котором поставил задачу так, как он ее ставил в политической сфере всегда, конкретно и просто. Чем больше вот священников, верующих и вообще людей церкви мы расстреляем по этому поводу, тем лучше. И это, конечно, были такие вот жесточайшие гонения. Какая-то духовная волна, духовный подъем, он и привел к тому, что вот тысячи людей там, совершенно разного звания, и простого, и простые священники, там, они служили литургию там, в тайге, на тюремных нарах, в лагерных бараках. Но в России оставались тысячи верных людей. Да, миллионы отступников, но тысячи верных. Молодой монах, он был студент, ушел с 4-го курса медицинского института, стал монахом. В 37-м был арестован. Его допрашивали, били, вырывали бороду, били ногами. Представляете, что такое, когда бьют ногами? Он стоял насмерть. Он уже был так избит, так измучен, когда его посадили, что практически его парализовало, когда отправлялся этот эшелон
в тюрьму. И, собственно говоря, в тюрьме он скончался. И вот такая вот трагическая судьба. Федор Богилевский сам причислен к лику святых. Он новомученик Русской Православной Церкви. Холмогоров, знаменитый диакон, кончил Московскую консерваторию. Ему предлагали петь в Большом театре, он отказался. Считался после Шаляпина первым басом. Он у меня здесь в мастерской пел. Нестеров приходил его слушать. Ему был предложен выбор. Вот, тогда это так называлось. Либо Соловки, либо подмостки Красной сцены. И когда предложили Михаилу Казмичу, этот простодушный гигант ответствовал. «Пою Господа моего, донде же есмь ас». То есть пока он жив, он будет. И до Соловков дело не дошло, насколько мне известно. Но надолго замолчал он. То есть он не участвовал в литургии. Павел Дмитриевич никогда, не дописав портрет, никогда натуру не показывал. И вот когда этот Алексей увидел свое изображение, упал, да что вы со мной сделали, вы же все нутро мое вывернули. Павел Дмитриевич отшутился, ну, отец Алексей, я же, как вы знаете, реалист. Я что вижу, то и изображаю. Софья Михайловна Голицына, бывшая княгиня. Многие, кто ее знал, говорят, что она не была такой экзальтированной дамой. Она очень такая была сдержанная и очень такая была, в общем, тихая и скромная в быту. Вот. Но Корин придает ей такие экзальтированные почти черты. Естественно, это как бы наводит на какие-то такие воспоминания о боярне Морозовой, если говорить о живописи, и о персонажах, женских героинях Достоевского, если говорить о литературе. Это игуменья Фомарь или Тамара Александровна Марджанова, сестра Константина Марджанова, основателя, можно сказать, Национального грузинского театра, известного советского кинорежиссера. Княгиня в прошлом, она из княжеского известного грузинского рода, она подруга Елизаветы Федоровны, она человек глубоко верующий и основавший Серафимо-Знаменский скит. После революции скит этот был закрыт, она пострадала, она сидела в совершенно ужасных условиях, далеко на севере. Вот. И когда ее выпустили, благодаря именно хлопотам ее брата, она могла жить в небольшом домике на станции метро Пионерская, но все равно оставалась тайной монахиней. То есть у нее тоже была небольшая монашеская община, женская. Сергей Михайлович Успенский-младший, он тоже пострадал, в общем-то, из-за того, что по доносу у кого-то из паствы или внутри вот как бы клира он был сослан, расстрелян на полигоне в Бутово. И в настоящее время он действительно тоже причислен к лику новомучеников. Могила его неизвестна. Понимаете, ведь многие вот эти персонажи, неизвестно место их кончины. Был момент, когда я хотел все знать, вот, и посетил кладбище на Введенских горах. То есть то, что в просторечии называют немецкое кладбище. Вот, во-первых, меня заинтриговало, что это кладбище единственное, как я понимаю, в Союзе, которое сохранило полностью свои кресты на своих могилах. Но там очень много возлежало и возлежит коринфских героев. В том числе Михаил Кузьмич Холмогоров, в том числе митрополит Трифон, матушка Фомарь. В 1936 году большинство этюдов в картине были готовы. На фоне чистого холста художник расставлял этюды, прикидывая композицию «Руси уходящей». Всех своих персонажей он решил разместить в Успенском соборе Московского Кремля, где, по его собственным словам, они на фоне величественной архитектуры выстроились в боевом и торжественном порядке.
Опять же, благодаря Горькому, Успенский собор на тот момент был закрыт. Вот, он получает разрешение попасть внутрь собора, он снимает интерьер, он делает зарисовки, делает этюды. Что, собственно, изображено в последнем этюде? Возможно, что это литургия 17-го года, последняя литургия, которая была отслужена в Успенском соборе Московского Кремля, и которую вел Трифон Туркестанов. Но еще очень важный момент, если вы представляете роспись любого православного храма, то на западной стене располагается страшный суд, чаще всего. Вот, то есть действительно это такое предстояние в какую-то вот очень важную и очень такую ответственную минуту. Что интересно, в центре на амвоне Корин изобразил трех патриархов: святейшего Тихона, патриарха Сергия и патриарха Алексея I. В правом углу эскиза 25-летний иеромонах, будущий патриарх Пимен. Четыре патриарха, окормляющих церковь весь советский период, от начала до его завершения. Писал портрет Горького в промежутках между этюдами к уходящей Руси. Мы с ним часто ходили на прогулки, много беседовали. Работа над его портретом была очень трудной. Кажется, портрет удался. Горький считал его лучшим из всех написанных с него портретов. 8 июня 1936 года умер Максим Горький. После его смерти на Павла Дмитриевича посыпались все невзгоды. Он многое скрывал от меня, старался не расстраивать. Теперь, зная историю Павла Корина, его житие, я знаю, что ведь хитроумный буревестник оформил вот эту работу над реквием как заказ ЛГПУ. И Павел Дмитриевич несколько лет получал зарплату из кассы ГКБ. А потом, после ухода Горького, начались устражения. 8 декабря Сталину поступил донос на Павла Дмитриевича Корина из культурно-просветительского отдела ЦК ВКПБ. Корин утверждает, но весьма не уверенно, что вся эта коллекция мракобесов собрана им, чтобы показать их обреченность. Между тем, никакого впечатления обреченности, судя по эскизам, он не создает. Наоборот, передает ненависть этих людей, по его замыслу, сильных, волевых, преисполненных готовности умереть за свои идеалы. Вскоре в прессе появились статьи, перечеркивающие творчество Корина. После этих публикаций стали избегать Павла Дмитриевича. Идем, например, по улице. Навстречу близко знакомый человек. Не доходя до нас, он переходит на другую сторону улицы. Художника обвиняли в том, что он сделал попов героями-мучениками. В те годы Павел Дмитриевич держал дома мешок с вещами на случай ареста. В конце 1938 года меня решили выгнать из дома и из мастерской. Мне объявили, что в 5-дневный срок должен буду покинуть мастерскую. Я попросил помощи у Алексея Толстого. Отстоял. Остались в доме. Но сколько волнений. Все мои вещи в Третьяковской галерее изъяты из экспозиции. На днях сняли и портрет Горького. Дали бы мне в зрелом возрасте сделать то, что мне предназначено сделать. В свое время этюды «Руси уходящей» были куплены у Корина Всероссийским союзом кооперативных товариществ работников изобразительного искусства. Теперь, опасаясь за судьбу своих работ, Корин решил их выкупить. Деньги за них пришлось выплачивать 20 лет. Однажды я вошел в бухгалтерию с очередным авансовым отчетом. Там все эти билетики, все тому подобное. И я видел человека пожилого, и который с трудом шел, опираясь на палку. Но так или иначе, я слышал разговор двух теток, бухгалтеров. И одна другому произнесла, говорит: «Господи, всякой шпане и халтурщикам списываем миллионы». А этот человек
из года в год, десятилетиями выплачивает рубль в рубль. Продажа этюдов стала терзанием и ужасом моей жизни. Я превратился опять в реставратора и преподавателя рисования. Мне 45 лет. Работать над своей главной картиной становилось все труднее и труднее. Чтобы как-то выживать, платить огромные долги, пришлось писать портреты, пейзажи, брать заказные работы. Нужно спокойствие нервов, а его нет. Я нашел сюжет в 25-м году. Ношусь с ним до сих пор и должен писать. Во время войны Павел Дмитриевич не уехал в эвакуацию. Работал в Москве. В 1942 году Корин создает триптих «Александр Невский». В феврале 1944 года при въезде в освобожденный от гитлеровцев разрушенный Новгород была установлена огромная копия Коринского Александра Невского. «Попробуй усомнись, глядя на такого предка, в том, что выстояли, победили. И верили бойцы советской армии, что та же бесстрашная кровь течет и в их жилах, и стояли насмерть. Выстояли и победили». Сергей Коненков. В послевоенное время Корин пишет портрет выдающихся советских деятелей культуры и военачальников: скульптора Сергея Коненкова, художников Кукрыниксов, актера Качалова, художника Нестерова, писателя Алексея Толстого, пианиста Игумнова. Дух в человеке главное. И мне, в меру моих возможностей, хочется воспеть человеческий дух. Поэтому я ищу в жизни людей, у которых сильно духовное содержание, и пишу их. То, в чем я не вижу величия духа, меня увлечь не может. В 1945 году Корин пишет портрет маршала Жукова в Бабельсберге, резиденции главнокомандующего. На условия Георгия Константиновича позировать не более 2-3 сеансов Павел Дмитриевич возразил: «Мне нужно около 20 сеансов. Я отношусь к своему делу очень серьезно, так же, как и вы к своему». Павел Дмитриевич провел в Германии 3 месяца. Записал в своей записной книжке. Показал портрет маршалу Жукову. И портрет ему понравился. Лицо полевое. Я переспросил: «Почему полевое?» Он ответил: «Такое бывает на поле боя». Кончается 1951 год. Год больших трудов. 2 станции метро. Комсомольская. 9 громадных мозаик. И Новослободская. Витражи и 1 мозаика. За этот год сделаны все мозаики и витражи. Занят был очень каждый день. Приезжал поздно с последним поездом метро. Волнений было много. Огромнейшая работа была выполнена в короткий срок. Он тяжело заболел. В октябре 54-го у Павла Дмитриевича случился инфаркт. Болел он около года. В 1963 году произошло знаменательное событие в жизни Павла Корина. Первый раз в жизни, в 70 с лишним лет, открылась его персональная выставка в Академии художеств СССР. В 65-м году Хаммер устроил выставку художника в Нью-Йорке. Приходит признание его как художника. Его избирают действительным членом Академии художеств, присваивают звание народного художника СССР. Корин получил советскую прививку, резюмируют искусствоведы. Но в глазах художника затаенная грусть. Все это время Корин стремился продолжать работу над своей главной картиной. Последний эскиз был написан в 59-м году. Трагедия моих персонажей была моей бедой. Я не смотрел на них со стороны. Я жил с ними, и сердце мое обливалось кровью.
До самой кончины художника в его мастерской, как немой укор, стоял загрунтованный огромный холст. Незадолго до смерти Курин говорил: «Этой зимой я все-таки запачкаю свое большое полотно». Тогда же им были заказаны леса для работы над исполинской картиной. Но белый холст в мастерской так и остался нетронутым. Все его существо рвалось к холсту, но не дотянулось. И вот он в течение десятилетий оттачивает, отрабатывает эскиз. Ему нет цены. Понимаете, нетрудная работа нашему воображению представить, как бы это спроецировалось на этот огромный холст. Павел Ильич, видимо, очень рано понял о несбыточности его мечты. Сил не только работать, но и жить у Корина уже не было. В 1967 году, после пятого инфаркта, Павел Дмитриевич попал в больницу, откуда он уже не вышел. Отпевали его в храме Новодевичьего монастыря. Находясь в столице там, первого в мире социалистического государства, но не мог написать большую историческую картину о судьбе церкви. Это просто немыслимо. При тогдашней идеологии, пропаганде, при тогдашнем терроре, в конце концов. 20 век дал России то, что для христианской цивилизации ценнее всего. Это тысячи мучеников и исповедников. То есть тысячи людей, которые оказались верными, причем верными до крови. То есть они пожертвовали своей жизнью ради Христа. Это люди, на которых мы видим и Корин видел печать вечности. У меня был некий образ в искусстве, который вел меня в жизни с юности. Для его осуществления я так много и упорно учился. Мой учитель Михаил Нестеров стариком говорил мне: «Я сделал все, что мог сделать. Я на пороге старости скажу: я не сделал того, что мог сделать».